Да? Господи! Да? Да? Ёж, ты там чё в образе? Да? Да? Где? Кто тут мне радуется? Кто мне радуется? Ты мне радуешься? Ой, господи! Иди бегай! Ой, смеш не изменен. Сколько счастья. Да, мои хорошие, сейчас у всех убираться буду. Сейчас у всех буду убираться. Наконец погода позволяет нормально гулять, играть. ТС с резонятами. Попрошу Макса Смэш убрать, потому что он будет орать, пока не успокоится. Он заводится, когда другие бегают, а он добраться не может. Он ТС там у них нализывает, убирает. Смеша, можно пойти на место молча, пожалуйста? У меня тачка сломалась, чуть Надя обрызгала тачку. Сколько восторгов. Ну и как тут убираться, когда столько всяких эмоций? Ред, Брукушку, Брукасенька, мой мальчик, да. А что, трава с этой стороны решетки, она какая-то не такая... Виня! Не такая вкусная, да? Она с той стороны вкуснее? Она вкуснее с той стороны, да? С этой она недостаточно вкусная. Недостаточно вкусная с этой стороны. Да, надо стой, стой, надо, стой. Да, конечно. Как можно с этой-то есть? С этой же она доступна. Надо стой, стой, надо. Хвостатая. Смешай! Солнышко надо встать так, чтобы не солнышко не било в объектив. Какую бяку ты там схватила и пошла закапывать? Бедные, они у меня столько времени сидели без игр, без прогулок. Потому что, ну, невозможно было гулять, совершенно невозможно. Тут просто была водища, они бы выбили всю траву, начинающую расти. Максимум... Тихо-тихо! И максимум пару раз мы ходили там на съемки погулять. Смэш! Сколько эмоций, сколько радости. Господи, как я их без игр вообще оставляла, я не знаю. Который обещал помыть уборку, рассосался. Он очень расстроен каникулами. Так, у меня там были какие-то вопросы, но я, честно говоря, не помню, какие. В последних. Про щенков. Про щенков я вообще-то уже рассказывала, что щенки нами выкупаются или которые рождены дома, они находят, ну, таких же одержимых хозяев, как мы, да, и у них живут. Вот так же любимцами, а не шубой.
Вот. Сегодня нами опять были выкуплены животные со зверофермы. Но они сразу поехали к моей партнерше по всем этим развлечениям. Я на нее регулярно оставляю ссылку My Fox Family или Fox Family Pets в Инстаграме. Вот. Винни, не ори, пожалуйста. Так что всех, кто у меня надолго, вы, в принципе, ну как надолго, мои тоже потихоньку разъезжают, всех, кого вам показываю. Только Токарины детки пока маленькие, разъезжаться и будут у меня, ну, до конца мая. Мячик. Мячик, ты опять будешь от него куски откусывать. А Пуллер и Макс все на яблоню закинул. Я бы принесла. Максима, принеси Пуллер, пожалуйста. Пуллер принеси. Ну, вон там на столе был. Чего ты ходишь до них докапываешься, котик? Вот у этих сейчас буду у свиней убирать, да? Да? Да, у свинтусов вот этих буду сейчас убирать. У Джеки так смешно, уже маска пролиняла. Лаки у нас беленькая. Беленькая лакус. Лакус, лакус, беленький. Лакус, 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 лакус. Хотя тоже вот бровки потемнели. Вот. Лакус, да. Детьми пахну. Детьми пахну. Джеки буду вычесывать на днях. Привет, котик. Да, вычесывать, потому что, ну, невозможно. Вон, клоки шерсти, они вот просто, ну, вот они всюду. Всюду. Там опилки все сбиты в один ком из шерсти, на самом деле. Да, Кнопушка тоже погуляет сегодня. Погуляет Кнопушка, да. Сейчас я и у вас уберусь. У вас тоже кошмар из шерсти, да, Редушка? Ну да, где бы еще? Кто-то еще. Макс, смотри, что там эти самые лают, щенки. Никто не защемился? Присылайте пуллеры нам в любом количестве. Ауси, ризаны, лисы, все играют в пуллеры. Пуллер универсальная штука, но котик, конечно, плохо играет, он сныкал. А этим можно и покидать. Котенька, а мне дашь? Котик. Ну, а мне? Котя, мне, дай мне, дай, коть, нет, и мне не дашь, ну дай, нет, зубы можешь себе оставить, Пуллер дай. Вредина котовская. Вот, да, выходи, я у тебя заберу Пуллер. У меня реально сейчас на данный момент самая любимая игрушка — это Пуллер. Мне прям нравится со всеми животными играть. Как бы он все-таки самый удобный. Второе, хочу, честно говоря, до сих пор за столько лет особо не попробовала, попробовать конги с замороженной едой для лис. Конги, говорят, даже лисы убить не могут. Просто все остальное надо забирать. Вот я дала поиграть, а потом надо забрать. То есть прям только на виду поиграть, потому что все разгрызут и разорвут и нажрутся. И, как видите, подерутся из-за игрушки, да? А конги можно попробовать накидать в большем количестве, чем количество лис. Ну, как бы, наверное, там конга 4 на 2 лисы. И уйти, к примеру, куда-то, да? Может быть, это проканает. Но у меня пока нет конгов. Но они дорогущие, их надо реально купить много. То есть у меня что собакам, если покупать, надо купить прям десяток, да? Ну, то есть у меня сейчас 10 собак. Я не могу кому-то дать, а кому-то не дать. Это и щенков охраняет.
Вот. Это как бы, ну, не вариант. С лисами они там по двое, ну, значит, их должно быть как минимум по два конга. А лучше больше, потому что, ну... Кто-нибудь обязательно успеет урвать два, и начнется драка. Ну, хватит орать! Я надеюсь, на следующей неделе у меня уедут. Ой, Плюшенька, зайка моя, да, Плюшенька. Вот эти вот товарищи, к которым я, конечно, привыкла с января месяца. Плюшенька спит. Все-таки голубым глазам не нравится солнце категорически. Вот. И я котика переселю. В их вольер, наверное. Да? Я думаю, что это будет приятное изменение в дислокации. Ну вот он домой пошел, понес. Айс! Айс! Ну-ка, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Лаки! Лаки, что ты делаешь? Лесь, отойди, пожалуйста. Отойди. Лесь. Ой. Отойди. Да. Отойди. Отойди, да. Ну, руку к зубам, я, простите. Ну-ка, тихо. Все, отстань. Отстань. Отстань от них. Песцы все-таки совсем не мирные тварюшки. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Лесь, отойди ты от нее. Отойди, 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 отойди. Не зли ее. Отойди. Поругались такие за игрушки, да? Так, ну так не шумим, не шумим. Ну, собственно, это к вопросу об игрушках. Игрушки только под присмотром, чтобы без смертоубийства. Почему... Тихо! Почему можно попробовать конги? Потому что он же вкусный и... Хватит! И они хотя бы в этот момент, у них пасти будут им заняты. Но не факт, тоже есть шанс, что можно только, если отсадить по одному. Потому что лисы вот такие, да. Ладно. Пойду убираться, а потом выпускать по очереди всех. Всех выпускать по очереди. Зубастая сволочь, да. Стерва зубастая. Да, да, страшная. Страшная зубастая. Понимаете, что она может, в принципе, при желании сделать, кого там, типа, заставляешь. Заставляешь силой. Лисы не хотят, а мы их принуждаем. Тут вот это может пробить мне руку насквозь. И она умеет этим пользоваться. Можете не сомневаться. Лисы не лапочки. Да, они там бывают, попадают по мне зубами. Бывают какие-то коцки. Но это не серьезные покусы. Тот единственный раз, когда лиса меня жрала всерьез, у меня не было вот возможности перехватить, убрать руку из ее пасти, но это была чужая лиса, и ЧП, я как-то рассказывала. У меня были сильнейшие повреждения связок руки. У меня были травмы, которые заживали несколько лет, но связки восстанавливались. Поэтому насчет того, что прям вот мы при силой принуждаем лис, я тебе, не дурачься, к чему-либо, а они такие безответные. Ребята, они не безответные. Они просто действительно ручные и воспитанные. И мы с ними все-таки договариваемся. Знаете, Ноти, я пойду у этого игривого мужчины забирать игрушку и убираться, и гулять остальных. Всем хорошего дня. Чё ты орёшь? На меня ты чё орёшь? Не ори, Котя, не ори. Да, не ори. Не ори, говорю. Все, всем хорошего дня от нас с котиком. Да, котик?